Сегодня ко Дню Республики в средней школе номер 16 имени Аманова по инициативе Департамента по делам государственной службы по области Абай и совместно с отделом физической культуры и спорта проходит турнир по шахматам среди государственных служащих. Главной целью данного соревнования является пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих, формирование и повышение имиджа государственной службы. Сегодня в преддверии национального праздника Дня Республики по инициативе Департамента по делам государственной службы по области Абай и совместно с отделом физической культуры и спорта проходит турнир по шахматам среди государственных служащих. Главной целью данного соревнования является пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих, формирование и повышение имиджа государственной службы. Подобные мероприятия в настоящее время проводятся во всех районах и сельских округах нашей области. Пользуясь случаем, поздравляю жителей области Абай с национальным праздником, с Днем Республики. Сегодня в казахской средней школе имени Аманова стартовал турнир по шахматам. Сегодня все государственные органы области Абай, города Семей отправили своих спортсменов на соревнования. Всего прибыло около 20 шахматистов. Теперь в этой старейшей казахской школе, в школе имени Аманова, был открыт шахматный кружок. Сегодня в этой школе впервые стартовал турнир по шахмату. Соревнования проводятся по трем видам, в виде классики, рапида и блица. В том числе сегодня мы проводим в виде рапида, а не классик, участвующие в крупных соревнованиях. Соревнования состоят из 5-7 туров. Всем игрокам дается 20-30 минут времени, то есть за 1 час времени заканчивается один тур. По итогам 7 туров мы определяем, кто из игроков станет победителем. В целом, на сегодняшний день по городу Семей открывается большое количество детских шахматных центров. Шахматисты нашего города занимают призовые места на республиканских, на международных соревнованиях. Победители турнира будут награждены специальными медалями и ценными призами, вручаемыми Департаментом по делам государственной службы Республики Казахстан по области Абай. Айым Жинес, Дәулет Айтказинов, Арлан Исаков, информационная программа Шарайна, ТВК-6.